Здорово, Sony бояре, меня зовут Давид, и это прогноз PlayStation Plus игр для тарифного плана Essential на февраль месяц 2023 года. Формат начался для меня в этом году сразу с угадайки, поскольку в январе этого года в PlayStation Plus Essential я уже угадал одну игру Star Wars Jedi Fallen Order. Поэтому мой прогноз на февраль месяц в плане подбора игр для тарифного плана Essential в PS Plus будет тоже более очевидным. Resident Evil 2 Remake за месяц до релиза Resident Evil 4 Remake в преддверии выхода переиздания четвертой части можно вполне раздать, дабы заинтересовать игроков в покупке ремейка следующей знаменитой в серии игры. The Last of Us 2 вполне может оказаться в раздаче PlayStation Plus Essential в феврале 2023 года, так как по этой франшизе готовят огромное количество самого разного контента. Например, в сети уже появился намек на то, что в разработке находится The Last of Us 3, а также ходят слухи, что Sony скоро может анонсировать и выпустить ремастер-версию The Last of Us 2 для PlayStation 5. И вдобавок к этой информации, мультиплеерная отдельная игра по вселенной The Last of Us тоже скоро может выйти в свет. Однако, самое главное событие на волне этого хайпа – сериал по The Last of Us, который выходит уже очень скоро, в конце января этого года, и дабы подогреть интерес к фильму или же наоборот к видеоигре, ну и в целом интерес к франшизе, можно раздать The Last of Us 2 в PlayStation Plus Essential. Borderlands 3 раздадут по подписке PlayStation Plus Essential в феврале этого года как минимум, потому что Sony уже раздавала нам все предыдущие игры Borderlands в подписке PlayStation Plus, а вот Borderlands 3 все еще не попала в подписку, и возможно компания Sony в ближайшее время захочет раздать эту игру. Ну и плюс ко всему, Borderlands 3, да и в целом серия игр Borderlands, это отличные кооперативные шутеры, в которые весело играть. Как по мне, только с друзьями по онлайну, но никак не соло. А вот как раз козырь подписки PlayStation Plus в том, что она заточена под онлайн-мультиплеер. Так что надейтесь! Gran Turismo Sport — это гоночный симулятор, разработанный внутри компании Sony, и я думаю, что эту игру можно раздать в подписке PlayStation Plus Essential в феврале 2023 года, несмотря на ее возраст, потому как по Gran Turismo создают фильм, и дабы подогреть интерес к этому фильму, можно было бы завлечь игроков в одну из игр серии, раздав ее подписчикам PlayStation Plus. Ну а у меня на этом все. Спасибо вам за внимание и всем пока.